Мы собираемся сегодня сделать с вами в очередной раз 6 целительных звуков. До того, как мы начнем делать 6 целительных звуков, я расскажу вам о концепции теории 6 целительных звуков. What happens when you're driving down the road in a car? Что происходит, когда вы едете по дороге на машине? And the temperature light comes on. А и вдруг падает напряжение. And you continue driving. А вы продолжаете напряжение, но, видимо, теряется недостаточно... Что там у нас в машине? Аккумулятор. Аккумулятор садится, а вы продолжаете ехать. Что происходит? Boom! What is boom? Boom, just say boom. Он говорит, просто скажи бум. Я говорю, бум. Потому что мотор перегрелся, и система охлаждения сломалась. Guess what? Догадались? Почему? Same thing for your human body. То же самое происходит с нашим физическим телом. Just like the car. Абсолютно так же, как с машиной. Anytime you move anything, you create heat. В любое время, когда мы двигаемся, мы обязательно производим тепло, жар в себе. И тоже так же, как в машине, когда мы не уберем лишнюю температуру из мотора машины, и если мы не уберем эту лишнюю температуру из себя, из нашего тела, скажем, в машине, если эта система охладительная сломалась, the engine will blow up. То взрывается мотор. Same thing for your vital organs in your body. То же самое происходит с нашими жизненными органами в теле. Why do they call them vital organs? Почему эти органы называются жизненными органами? Because if you don't have one, you die. Потому что если бы хотя бы одного из этих органов, один из этих органов отсутствовал, мы бы просто умерли. Поэтому нам необходимо создать в своем теле охладительную систему. How you do that is with. И то, как мы это делаем, six healing sounds. Это шесть целительных звуков. First of all, with the sound itself, you release the heat. Потому что вместе с этим звуком, со звуком, который мы произносим, мы освобождаем тот или иной орган от жара, от высокой температуры. And then with the posture itself, you restructure the cooling system. А поза, которую мы при этом держим, мы как бы реструктурируем эту вот охладительную систему в нашем организме. Now, how does the cooling system work in the body? И вот теперь я скажу, как работает эта охладительная система в нашем организме, в нашем теле. Through the skin. Она работает через кожу. In your digestive tract. Она работает через органы пищеварения, через тракт пищеварительный. When you work real hard, you sweat. Потому что когда мы много работаем с напряжением, у нас начинается потоотделение. You release the heat. Таким образом, мы как бы через пот мы выбрасываем лишний жар в теле. When you defecate, когда у нас происходит дефекация, you release heat. Мы тоже освобождаемся от лишнего жара в теле. When you urinate, когда мы писаем, burp. Когда у нас отрыжка, yawn, когда у нас зевота, pass gas, когда у нас газы выходят, you release heat. Мы освобождаемся от лишнего жара в теле. That's your cooling system. Вот это и есть наша охладительная система. That's why the Taoists encourage you to wear loose clothing. И как вот даосы говорят, что не надо носить очень тесных трусиков и тесных лифчиков или тесной одежды. To yawn, to belch. То вот эти все проявления, как зевота, отрыжка, мы учимся в этой системе правильно, чтобы у нас была правильная дефекация, чтобы мы правильно мочились. How this works in the body. Потому что все это работает в нашем теле. Around each one of the vital organs. Вокруг каждого жизненного органа. There is connective tissue called fascia. Есть такая соединительная ткань, которая называется фасция. And the fascia, say for the heart, например, фасция сердца, absorbs the heat, собирается жар, and sends it through the skin or the digestive tract. Этот жар, он как бы может выходить через кожу или через пищеварительный тракт.
This is all proven by Western science. Но сейчас, естественно, западными учеными все это уже доказано. So, if your skin is blocked, поэтому, если кожа блокирована, поры кожи блокированы, you don't brush your skin with a brush, то есть вы не чистите кожу щеткой, и засоренный воздух также блокирует поры кожи, and the food you eat, и пища, которую мы едим, блокирует, digestive tract, блокирует наш пищеварительный тракт, пищи, которую мы едим. In over 5, 10, 20, 30 years, через 5, 10, 25 лет, of this buildup of blockages, тогда в теле образуются такие блоки. In your cooling system, the blockages in the cooling system, mm-hmm, образуются блоки в этой охладительной системе. The fascia that's surrounding the vital organ, и фасции, которые окружают жизненные органы, doesn't have anywhere to put the heat or take the heat. Не в состоянии больше выпустить из себя вот этот лишний жар. So it kind of melts or it breaks down around the vital organ. И тогда вокруг жизненных органов образуется некий такой вот, как бы melts, образуется некое как бы плотность такая образуется, которая удерживает жар, а не выпускает его. Фасция становится не влажной. Then the organ itself has a contained heat, and the organ breaks down. И тогда, поскольку жар не уходит, тогда орган начинает накапливать этот жар, и орган в результате разрушается. So when you have a heart attack and if you die, и поэтому, скажем, если вот вдруг сердечный приступ, то это может привести к смертельному исходу. Hospital, вас нас везут в госпиталь, если вот такое случается. Autopsy, и тогда производится аутопсия. Они открывают грудь, вынимают сердце. Like и это сердце выглядит как сваренным, что как будто кто-то его сварил. Same thing for your liver. То же самое происходит с печенью. Spleen and pancreas. То же самое происходит с селезенкой. Kidneys. То же самое происходит с почками. И то же самое происходит с легкими. So, поэтому the Taoists say if you just do the six healing sounds alone, no other practices. Поэтому даосы говорят, что если вы будете делать только из всех вот этих многих практик, только шесть целительных звуков, you'll live a long, long time. Вы будете жить намного-много дольше. And the reason you want to live a long, long time, а для чего нам нужно жить намного-много дольше? 100 to 150 years, например, до 100-150 лет. Because you need that amount of time to do all the other practices. Для того, чтобы успеть сделать все другие практики. Now each one of the organs have an associated climate element. Но каждый из органов имеет еще связь с определенным временем года. Да, помните, мы говорили, легкие это что? So for the lungs, associated, the element is for metal. А значит, с определенным легкие это металл. The season is autumn or fall. Сезон это осень. The climate is dryness. А климат это сухой климат. The color is white. Белый цвет. Pungent is the taste. Вкус это what about pungent? Pungent. Такой он какой-то, по-моему, острый вкус. Onion. Pungent. Like an onion. Like an onion. Ну, нет, горький. Но горький другое слово по-английски, это американский вариант, не знаю это. Острый. Smell is a sense. Smell. Запах. The sense-related part of the body is the nose. Значит, на лице это нос у легких. The skin is the associated organ with the colon. И орган, с которым связан этот нос, это еще кожа. The negative emotion is sadness and grief. Негативные эмоции это тоска, печаль. The positive emotion is courage, justice, and righteousness. Позитивные эмоции это прямота, смелость и прямота и смелость. And the sound is an S sound.
А звук это звук с. Everybody try it. Все пытаемся. Good, you got it? Хорошо, вы это поняли. Now the posture is pretty simple. А поза очень простая. So you put your palms down. Вы опускаете ладошки на колени, держите. On your lap. На коленях. What we want to do is watch the palms as they rise up. Когда мы будем поднимать ладошки, мы наблюдаем, как они поднимаются. So we want to draw the palms up and breathe in. Мы поднимаем ладошки, делаем вдох. Watch the palms. Наблюдая ладошки. Turn the palms over. Затем выворачиваем ладошки вверх. Head back, open the chest. Открываем грудь, голову, голова push вверх. Up with the sound. И выталкиваем со звуком. Now release, float down right in front. И освобождаем. Close your eyes. Закрываем глаза. Breathe in a bright white light. И вдыхаем белый, чистый, яркий свет в легкие. Of courage and righteousness into the lungs. И мы вдыхаем прямоту и смелость прямо в легкие вдыхаем. Place the palms in front of your chest and breathe into your chest, expanding into the lungs a bright white light. Ладошки мы держим перед грудью и из ладошек энергию отдаем легким. Smile into lungs. Улыбайтесь легким. Feel a bright white energy occurs. Белая легкая энергия смелости поступает в легкие. Expand in your chest. И расширяйте вашу грудь. Smiling down, lower the palms and breathe in the bright white light. Опустите руки и продолжайте вдыхать белый яркий чистый свет в легкие. Now you're going to start to release some heat, either belching or yawning. Just go ahead and do it. Если у вас вы почувствуете, как у вас идет освобождение жара, вы начинаете зевать или у вас отрыжка, вот можете это делать совершенно спокойно. Это хорошие знаки. Now this time, when we do the sound, try to send out a dark, murky energy. Сейчас, когда мы второй раз делаем, представляете, как из легких будет выдуваться, как бы выталкиваться загрязненная, мутная, такая мутно-белая энергия. And try to feel the transformation of sadness into courage. И вы постарайтесь почувствовать, как у вас трансформируется энергия из состояния грусти, печали в состояние смелости. Breathing in. Вдох. Draw the palms up, watch the palms. Поднимаем ладошки вверх. Open the chest. Открываем грудь. Push up with the sound. Выталкиваем, делаем звук. Lower the palms in front. Close your eyes and breathe in bright white light. И начинаем вдыхать из ладошек белый чистый свет. Smile into the energy. Улыбаемся энергии легких. Feel the bright white light expand in your lungs. Чувствуем, как белый цвет заполняет, как смелость, решительность, энергия смелости, решительности заполняет легкие. And righteousness. И решительность. Breathe in the bright white light. Вдыхаем белый, чистый белый цвет. Palms, just relax. Опускаем ладони, расслабляемся. Smile into the lungs. Улыбаемся легким. Breathing in the bright white light. Вдыхаем белый чистый свет. This time we're going to try to do the sound subvocally, deep into the throat, resonating deep into the lungs. А сейчас мы постараемся сделать этот звук, но мы сделаем его без звука внешнего. Мы постараемся про себя этот звук почувствовать, как этот звук звучит в легких у нас внутри.
So you try to direct the voice into the body, into the organ. Мы постараемся как бы наш голос внутрь обратить. Это будет как про себя, что ли, звучать в легкие. Breathing in, draw the palms up. Вдох, поднимаем ладони вверх. Turn the palms over, head back, open the chest. Переворачиваем ладошки, смотрим в потолок, открываем грудь. Sub-vocally, и про себя делаем звук. Нет, совсем про себя. Release. Float down. Освобождаем. Breathing in the bright white light. И вдыхаем чистый белый цвет. Covering your lungs as you breathe in. Когда мы вдыхаем, мы вдыхаем и через ладошки, и вдыхаем чистый белый цвет. The bright white light of courage, righteousness, and justice. Мы вдыхаем белый цвет мужества, прямоты. Smile into the lungs and feel that bright white light. Улыбаемся легким и чувствуем, как этот белый цвет распространяется, заполняя все клеточки легких. Lowering the palms, smiling down, and feel the bright white light expand in your lungs. Опускаем ладошки и чувствуем, как белый цвет заполняет все клеточки легких. How do we do? Хорошо, как дела? Everybody starting to yawn? Good. Everybody feel a little bit of connection with the lungs? Хорошо, вы почувствовали связь с легкими сейчас, когда вы делали эти звуки? Slowly you're starting to build up a strong relationship to all the vital organs in your body. Постепенно, когда вы будете в процессе делания вот этой практики, вы будете очень хорошо чувствовать звуки, у вас будет очень хороший контакт с вашими жизненными органами. And they start to talk to you. И они начнут с вами разговаривать. And as you slow the mind down, you can pick up their frequency. И когда вы научитесь как бы опускать свой ум, соединяясь, вступая в контакт, вы научитесь чувствовать частоту, на которой работает тот или иной орган. Good. Let's try the kidneys. Теперь хорошо, попробуем сделать почки. The element for the kidneys is water. Элемент почек – это вода. The season is winter. Сезон – зима. Cool is the climate. Ощущение, значит, это прохлада. Blue is the color. Цвет голубой. Salty is the taste. Это самый вкус, это соленый. Hearing is the sense. Hearing. Uh-huh. Ощущение, это чувство, да. Как сразу говорит. Значит, с ушами связано. Чувство – это уши. То есть почки связаны с ушами. Ear is the associated part of the body. И what is the associated? Kidney. Bladder. No, associate part of the body. Yes, да, значит, с ушами связано. Ear. Yes, I told you. The bones are associated part of the body and the kidney associated organ. Уши, кости bones связаны с ушами, и, значит, почки связаны с костями и связаны с мочевым пузырем. Fears and shock are the negative emotions. Негативные эмоции, страх. You ever hear, I was so afraid, I wet my pants? Yeah, you will. Did you ever hear the expression? Yes. I was so afraid I wet my pants. Yes. That's where it came from. Я так испугался, что написал в штаны. Он говорит, вы слышали какое-нибудь такое выражение? Я сказал, да? Fear is in the kidneys. Поэтому, когда человек сильно пугается, он может описаться от страха. Это точно, это правда. Поэтому страх – это почки. And the positive emotions are stillness. Позитивные эмоции – это покой. Stillness and gentleness are the positive emotions. Это покой и нежность. See, the emotions of the organs are really the feelings of the organs.
эмоции в органе – это как бы чувство, которое испытывает орган, положительное или отрицательное. And the problem in the West, we focus too much on the word of the emotion, and they disconnect it from the organ. А вот в западной проблеме западного мира, что мы слишком много обращаем внимание на эмоцию, тем самым, но только на эмоцию, и как бы начинается у нас не контакт с органом, то есть мы выходим из контакта с органом абсолютно. So the problem isn't the emotion, it's the problem is in the organ. И поэтому, когда у нас какая-то проблема с той или иной эмоцией, на самом деле это проблема с органом. So if you have a lot of fears, если у нас очень много страхов в нас, it's an imbalance in the kidneys. Значит, это дисбаланс в почках. So you need to build up your kidneys. Прежде всего, нужно как бы лечить и выстраивать структуру почек. And the fear will turn into gentleness and stillness. И тогда страх будет трансформирован в покой и в нежность. You got the idea? Поняли? Good. Now the sound is чу. Звук чу. C-H-O-O-O. Чу. Чу. In the posture. И поза этого звука. Gather. Gather the energy by breathing in and drawing the palms out. Собирая энергию в руки. Draw the legs in. Обнимаем коленки. Cup the hands over the knees. Делаем руки вот таким образом. Keep your обнимаем arms straight, коленки. Pull back. Смотрим head вперед. Back. And the sound. И делаем звук. Squeeze your abdominal and the lower back. Breathing in. Вдох. Open your legs up. Try опять to connect ставим with the ноги и соединяемся с почками. Breathing in a bright blue healing energy. И вдыхаем яркую, чистую, голубую энергию в почке. Smile into the kidney. И улыбаемся почкам. Breathing in a bright blue healing energy. Вдыхаем яркую, чистую, голубую энергию. Of gentleness, stillness, энергию and gratitude. Тишины, покоя и нежности. Slowly smile, lowering the palms on the left. Улыбаемся, возвращаемся и кладем руки на колени. Breathing in the bright blue healing energy of gentleness. Вдыхаем чистую голубую энергию в почке. Feel your lower back fill with that blue gentle stilling energy. И чувствуете, как эта нежная, спокойная, голубая энергия наполняет клеточки почек. This time, as we gather the energy, сейчас, когда мы будем набирать энергию, try to feel the transformation of fear and shock into gentleness and stillness. Представьте, что у вас происходит трансформация энергии страха в энергию покоя и нежности. And when you exhale, feel a dark, murky energy. А когда вы будете выдыхать, выдыхайте такую грязноватую, темную, нечистую энергию. Gather the energy. Собираем энергию. Cup the hands, arms straight, head back with a sound. Делаем звук. Release. Расслабляемся. Cup the kidneys, breathing in the bright Держим blue почки healing energy. И вдыхаем чистую голубую энергию в почки. Smile into the kidneys. И улыбаемся почкам. Feel that bright blue healing energy of stillness. Чувствуйте эту чистую, каждая клеточка почек чувствует эту чистую, воспринимает чистую голубую энергию. Feel your back expand with gratitude. И чувствуйте, как место там, где находятся почки, отвечают, расширяются с благодарностью. Smiling down, lowering your palms on your lap. Улыбаясь, положите руки на колени опять.
Breathe in that bright blue healing energy. Вдыхай эту нежную белую энергию, нежную голубую энергию в почки. This time we're going to try to do the sound subvocally deep into the throat, resonating deep into the kidneys. А сейчас мы попытаемся делать этот звук про себя, и чтобы он резонировал в глубине почек. And when you exhale, try to squeeze your abdominal wall and your lower back together. Когда вы будете вот так наклоняться, постарайтесь желудок и живот прижать к спине. Gather the energy. Собираем энергию. Draw the feet together, обнимаем the knees, руками, head back, обнимаем руками коленки и начинаем про себя сейчас, про себя звук. Release. Освобождаем. Breathing in the bright blue healing energy of Jeff. Вдыхаем чистую голубую энергию в почки. Feel the stillness of the blue energy. Почувствуйте покой этой голубой энергии. Smile into the energy. Улыбайтесь этой энергии. Feel the bright blue healing energy. Чувствуйте чистый голубой целительный свет. Of gentleness. Чувствуйте нежность. Lowering the palms, you smile down into the kidneys. Опуская руки, улыбайтесь почкам. Breathing in the bright blue healing energy of stillness, gratitude, and gentleness. И вдыхайте чистую голубую энергию в каждую клеточку почек. Good. How are we doing? Хорошо. Как дела? Feel the kidneys? Why the third sound is we are just doing subvocally? You want to send the energy instead of out, but resonating into the organ, vibrating it. Для того, чтобы как бы орган, мы отдаем этот звук туда, чтобы орган резонировал с этим звуком. It's another effective technique to use. Это наиболее сильная техника. Daos have a lot of techniques. Да, очень много разных техник, но это просто как бы усиливает это. Good. The next sound is for the liver. Следующий звук это печень. Liver is located right underneath the right rib cage. А печень находится с правой стороны, сразу под грудной клеткой. The справа. Element is wood. Элемент дерева. The season is spring. Сезон весна. Climate is moist. Влажный климат. The color is green. Цвет зеленый. The taste is sour. Этот самый вкус кислый. The associated part of the body is the eyes. Связанная часть на голове это глаза. Sight is a sense. Чувство это зрение. Associated organ is the gallbladder. А яньский орган это значит желчный пузырь. Anger and aggressiveness are the negative emotions. Агрессивность и гнев негативные эмоции. And kindness, generosity are the positive emotions. И доброта, дружелюбие позитивные эмоции. The sound is shh. Звук shh. Like you're telling somebody to be quiet. Когда мы говорим, когда хотим сказать, чтобы кто-то успокоился, мы говорим «шшш». Да, вот так он сказал. Now the posture is similar to the lungs. И поза очень похожа на позу легких. But instead of going up, we're going to go out to the sides. Но вместо того, чтобы поднимать руки вверх, мы поднимаем руки через стороны вверх. Give yourself a little room. Breathing in.
Вдыхаем, поднимаем руки через стороны вверх. Watch the palms as they come up. Connect Соединяем руки вверх. Turn the palms over. Push up on the right. Выворачиваем руки вверх и правую руку чуть-чуть вверх, выдаем звук. Release. Float down. Breathing in the bright green healing energy. Опускаем руки. Kindness. И через руки вдыхаем, и через нос вдыхаем зеленый, чистый зеленый цвет, цвет доброты. Place the palms in front of the liver, right side. Поставьте руки, ладошки перед, прямо перед, перед печенью, с правой стороны это. Smile into the liver. Улыбайтесь печенью. And feel the bright green healing energy of kindness. Чувствуете чистую, яркую, зеленую энергию доброты, дружелюбия и прощения. Smiling down, lowering the palms, and feel Улыбайтесь, bright green energy. Опускайте ладошки, улыбайтесь в печень. Expand in the right side of your body with kindness and forgiveness. И представляете, все клеточки печени насыщаются ярким, чистым, зеленым цветом, цветом доброты, дружелюбия, прощения. Сейчас, когда мы набираем энергию, почувствуйте, как энергия гнева трансформируется в энергию доброты. И когда вы выдыхаете, чувствуете, как выдыхается такая засоренная, мутная зеленая энергия из печени. Соберите энергию. Way out the sides, watch the palms. Наблюдайте, соедините руки. Draw the palms up. Поверните их вверх. Правую руку потяните вверх. И звук, звук. Release. Освобождайте. Float down, close your eyes. Закройте глаза. Place the palms in front of the liver, breathing in the bright green healing energy of kindness. Руки держим напротив печени и вдыхаем чистый, чистый зеленый цвет в печень. Feel the kindness expand Чувствуйте, on your right как, side into your palms. Доброта, энергия доброты расширяется в клеточках печени Smile с правой стороны. Into the liver. Улыбайтесь печени. Lowering the palms, feel the kindness and forgiveness expand on the right side. Чувствуете, как доброта и прощение, энергия доброты и прощения увеличиваются, расширяются в области печени. Sound subvocally resonating deep into the throat, resonating into deep into the liver. В этот раз мы постараемся сделать звук без звука, чтобы он резонировал в печени. Draw the palms out as we breathe in. Поднимаем ладошки с вдохом. Watch the palms, clasp the palms, turn them over. Соединяем ладошки, правую руку, правую руку вверх. Subvocally deep и делаем звук почти беззвучно. Release. Float down, breathing in. Освобождаем, вдыхаем. Drawing in the bright green healing energy. И вдыхаем чистую зеленую энергию доброты в печень. Feel the kindness and forgiveness expand in Чувствуете, как доброта и прощение, энергия доброты и прощения увеличиваются, расширяются в области печени.
smiling down, lowering the palms, and drawing in that bright, опустите руки, опустите green healing energy. И чувствуйте эту чистую зеленую энергию в печени. Доброта. Generosity. And forgiveness. И прощение. Feel the green energy expand. Чувствуйте, как эта зеленая энергия расширяется с правой стороны. Улыбайтесь, печени. Good. How do we do? Good. Хорошо. Как дела? Feel a little bit of the liver. It's a good one. Почувствовали вы связь с печенью? Now my favorite one we're doing next is for the heart. А сейчас следующее это мое любимое. Мы будем делать звук сердца. Now the heart located a little bit on the left. Сердце у нас находится немножко справа. If you look at my sweatshirt, it's the heart sound. Вот на моем свитере это звук сердца изображен. It's the fourth healing sound. And here's the heart. Here's здесь the вот energy. Сердце, здесь энергия. Small intestine. Здесь вот тонкий кишечник. And it's the red phoenix. Здесь вот красный феникс нарисован. South. And the roses. Юг тут нарисован, да, и roses. Roses right here. А, и цветочки розы там с другой стороны. The element is fire. Элемент огонь. Summer is the season. Сезон с лета. Warm is the climate. Климат это тепло. Red is the color. Красный цвет красный. Bitter is the taste. Горький это вкус. Speech is the sense. Ну чувство sense. Это речь язык. Tongue is a sense-related organ. Язык орган с. Associated. И яйцкий орган, тонкий кишечник. The negative emotions are cruelty and hatred. И негативные эмоции – жестокость и ненависть. The positive emotions are joy, honor, respect, patience. Позитивные эмоции – это терпение, уважение, радость, любовь. And the sound is... И звук... Put your hand in front of your face. Мягче. Feel the sound. Feels warm, мягче, right? Мягче звук. Feels warm? Чище, да? Чувствуете тепло идущее? Does it feel warm? Yeah? Now, do the kidney sound. Сделайте звук почек. Feels cool, right? Он чувствуется прохладным. Kidney's cool. Now the air comes out of the same spot. Now why is one hot and the other is cold? Видите, и на самом деле воздух идет как бы из одного места изо рта, но один идет как прохладный, другой идет как теплый. Magic. Магия. It's the Tao. Вот это Тао. Это Тао. Okay, now the posture for the heart. А поза для сердца. It's the same as the liver, except we're going to push up on the left and lean to the right. Тоже точно такая же, как поза для печени, только мы выталкиваем немножко вперед левую руку. Gather the energy, draw the palms out. Собираем энергию. Watch the palms. Наблюдаем за руками. Clasp the hands. Собираем их. Turn the palms over. Lean to the left. Push up on the left. Выталкиваем левую руку. And the sound. И звук. Release. Float down. Close your eyes. Breathing in the bright red healing energy of joy. И вы, когда вы начинаете дышать в сердце, вы чувствуете, как вы выдыхаете яркую, чистую, красную энергию радости. Feel the joy expand with the bright red healing energy. Чувствуете, как энергия радости расширяется в клеточках сердца. In your chest, like a big red rose blossoming. И в области сердца, в области вообще всей груди, он как расцветает эта радость таким ярким красным цветком. Smile into your heart. Улыбайтесь сердцу. Feel the love, joy, happiness, and respect expand in your chest. Чувствуйте, как любовь,
счастье, уважение, расширяются все эти качества, они как бы увеличиваются в сердце, расширяются в сердце. Smiling down, lowering the palms. Улыбайтесь, опускаем руки, улыбаемся сердцем. Drawing in that bright red healing energy of joy. И мы собираем эту красную чистую энергию в сердце, энергию радости, энергию счастья. Feel the joy expand in your chest. Чувствуйте, как радость расширяется, увеличивается в области сердца, в груди. This time, when we gather the energy, сейчас, когда мы будем собирать энергию, try to feel the transformation. Постарайтесь почувствовать трансформацию of hatred and cruelty into joy and love. Энергии жестокости и ненависти в энергию радости и любви. As you exhale, feel a dark, murky energy move out of the heart. И вы будете выдыхать, на выдохе вы будете мутную такую красноватую энергию выдыхать, загрязненную. Draw the palms out. Поднимите ладони вверх. Gather the energy. Собираем энергию. In, вдыхаем. Open the chest. Открываем grудь. The hands, turn the palms левую over, ладошку чуть push выше. Up on the left, lean to the right with a sound. И выдыхаем звук. Release. Float down, breathing in the bright red. Соберите красный цвет. Healing energy of joy. И чувствуете энергию радости. Feel the joy expand in your chest. Чувствуете, как радость расширяется в вашем сердце. Smiling in the chest, feel the love, happiness. Улыбайтесь сердцу, чувствуете любовь, радость, уважение. And patience. И терпение. Blossom. Расцветает. In your chest. Расцветает в вашем сердце, в вашей груди. Smiling down, lowering the palms. Улыбайтесь, опустите руки вниз. Feel the love and joy expand in your chest with a bright red healing energy. Любовь и радость в клеточках сердца. This time we're going to try to do the sound subvocally, deep into the throat, resonating deep into the heart. Сейчас мы сделаем звук про себя, чтобы он срезонировал с сердцем, в сердце срезонировал этот звук. Draw the palms out, gather the energy. Поднимаем руки, собираем энергию. Clasp the hands, open the chest, turn the palms over. Открываем левую руку вверх. Lean to the right, or push up on the left and lean to the right. And exhale with the sound, subvocally. Выдыхаем звук про себя. Release. Float down, breathing in the bright red healing energy of joy. Исходное положение, вы представляете, яркий, чистый красный цвет радости заполняет клеточки сердца. Smile into the energy. Улыбайтесь энергии. And feel the bright red healing energy of love. Чувствуйте эту яркую, чистую энергию радости и счастья. Feel the patience. Чувствуйте терпение, чувствуйте уважение. Expand in your chest. Эти все качества, энергия этих качеств расширяются в сердце. The bright red healing energy. И мы вдыхаем яркую красную энергию любви. Smile into the heart, lowering the palms. Улыбайтесь сердцу. And feel a bright red healing energy of joy. И вы чувствуете красную яркую энергию любви, радости.
Good. How are we doing? Good? Хорошо. Как дела? Feel hard? Почувствовали сердце? Good. Now this next healing sound for the spleen. Следующий целительный звук — это звук селезенки. Spleen is located a little bit to the left under the left rib cage. Селезенка расположена с левой стороны под грудиной, под грудной клеткой. The element is earth. Элемент — земля. Indian summer is a season. Бабье лето — сезон. Mild is the climate. Мягкий климат. Yellow is the color. Цвет желтый. The taste is sweet. Вкус сладкий. The sense is taste. И чувство — это вкус. The mouth is associated part of the body with the taste. Рот связан с селезенкой. Associated organ is the spleen and stomach. Яньский орган — это желудок и поджелудочная железа. Worry and anxiety are the negative emotions. Беспокойство — негативные эмоции. The positive emotions are openness and fairness. А позитивные эмоции — открытость и fairness. Опять забыла. Честность. And the sound is the who sound. А звук. So it's guttural. Этот звук можно произносить в горле здесь грубо. Healing energy of fairness. И мы дышим, вдыхаем яркую, чистую, желтую энергию спокойствия, открытости. Feel that bright yellow energy of стабильности, это энергия стабильности. Чувствуйте openness, эту энергию, открытость, стабильность. Balance and centeredness. Баланс. Breathe in that bright healing yellow sun, yellow color. И вдыхайте этот чистый, яркий, желтый цвет в это место. Smiling down, lowering the palms as you breathe in the bright yellow healing energy of fairness and openness. Опустите руки и вдыхайте, улыбайтесь. Селезенки, улыбайтесь, этот желтый цвет, цвет открытости, стабильности. Smile into the energy. Улыбайтесь энергии. And feel the healing yellow energy. И чувствуйте, как желтая целительная энергия наполняет все, балансирует орган, и все клеточки наполняются. Now this time we want to try to feel the transformation of anxiety and worry into fairness and openness. Этот раз, когда вы будете выдыхать, вы попробуйте представить трансформацию энергии беспокойства в энергию открытости, энергию стабильности. As we exhale, try to feel a dark, murky energy. И представляете, как грязная, засоренная, такая грязно-желтая энергия выдыхается. Gather the energy. Соберите энергию. Draw the palms, fingertips into the left side underneath the rib cage. Поставьте руки под левое подреберье и начинайте звук. Release. Освобождайте. Breathing in the bright yellow healing energy. И вдыхайте яркую, чистую энергию. Feel the centeredness and openness expand in the center of your body. Чувствуйте, как эта энергия позитивная, она начинает расширяться в клеточках селезенки. Breathing in the bright yellow healing energy of fairness. Вдыхайте яркую желтую энергию открытости. Smiling down, lowering the palms. Улыбайтесь, опустите руки. And feel that connection. И почувствуйте эту связь. Of openness. Открытости. Fairness. Дружелюбие. And balance as you breathe in the bright yellow healing energy. По мере того, как вы вдыхаете яркую, чистую, желтую энергию.
Now this time we're going to try to do the sound subvocally, deep into the throat, resonating deep into the spleen. Этот раз мы делаем этот звук про себя. Gathering the energy. Собираем энергию. Pushing the fingertips in to the left side, head back. Sound subvocally. Пальцы под левое подреберье и звук про себя. Sound. Звук. Release. Breathing in the bright yellow healing energy. И вдыхаем чистую желтую энергию. Of fairness, openness, and balance. Энергия открытости, дружелюбия и баланса. Just relax with the energy as you expand the center of your body with openness, balance, and fairness. И эта энергия у вас расширяется в этом месте. В области селезенки. Smiling down, lowering the palms as you breathe in that bright yellow healing energy of fairness. Улыбайтесь, чувствуйте эту энергию. Good. How do we do? Feel the contact? Хорошо. Как дела? Почувствовали контакт? It's called the triple warmer. Шестой целительный звук называется звук трех обогревателей. And it doesn't have any associated organ or. У него нет никаких связующих органов, с которыми он как бы имел связь или сезонов. So primarily we're going to work with the upper abdominal, middle abdominal, and the lower abdominal. Мы работаем с верхним, нижним, нижней, средней и нижней частью. The idea is to cool down the abdominal area. Просто идея этого звука охладить вот голову, грудь и живот. And the best way to do this is actually laying down. Лучший способ делать этот звук это когда мы уже лежим, ну. And if you have problems breathing or sleeping. Если у вас есть проблемы с засыпанием, например, you do 15 of these and you'll fall asleep, believe me. 15? Можно, если у вас есть проблемы с засыпанием, бессонница, вы можете сделать этот звук уже под одеялом 15 раз и уснуть. So we're going to lean back. Мы вот таким образом откидываемся на стуле. Stretch out. Вы руки вытягиваем, ноги тоже. So we're going to gather the energy. Собираем энергию. The sound is he. Звук he. 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 Like a horse, he. 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 Okay, as we gather the energy, we're going to breathe in upper, middle, and lower. И мы начинаем. Breathing in upper. Вдох. Middle. Вверх. Lower. Средний. Everything. Now as we exhale upper. Middle. Середина. Lower. Нижний. Everything. Все. Send the energy, excess heat through the toes and the fingers. И мы посылаем эту горячую энергию в пальчики, в кончики пальцев. Hold. Держим там эту энергию. Breathe normally. Дышим нормально. Breathing in upper. Вдыхаем. Middle. Lower. Everything. Exhale, upper. Выдыхаем. Middle. Середина. Lower. Низ. Everything. Все выдыхаем. Do the fingers and the toes. И чувствуем кончики пальцев, остаток жара как бы сбрасываем в кончики пальцев. Breathe normally. Дышим нормально. Okay, breathing in upper. Вдыхаем. Middle.
Lower. Нижняя часть. Everything. Exhale, upper. Выдыхаем. Middle. Середина. Lower. Everything. Все, выдыхаем. Hold. Breathe normally. Дышим нормально. Good. Clean out the blood. Как вычистить кровь? We use on the back of the lungs. Мы, когда мы чистим кровь, мы начинаем со спины легких. Легкие, но со спины. So you work on the back of the lung. Работаем со спиной. And first you do the sweeping. Сначала мы делаем просто очищение, да? So you use the green. Мы используем зеленый. Now they have few way. One is push. Здесь толкаем энергию мы. Pull. И вытаскиваем энергию. Push. Таскаем и вытаскиваем, выталкиваем. Pull. Толкаем, вытаскиваем. And clean out. И вычищаем. Okay. Сбрасываем. So green, blue. Зеленый, голубой. And orange, и clean оранжевый, out. Зеленый, голубой, оранжевый вычищает. And after that, you energize with green. Green. I wear the green color. А мы представляем зеленый цвет. And orange. И оранжевый. Okay. A lot of color that you're going to be enhanced is by the sun. Много цветов, с которыми мы имеем дело, они цвета солнца. Especially when the sunset. Особенно на закате, когда sunrise and sunset give you a lot of power. На восходе это очень сильная энергия солнца в это время. Okay. And so when you energize with green, orange on the lung. Когда мы работаем, энергизируем зеленым, оранжевым. Very important part to use the command stay. Очень важно дать команду остановиться. And for weak people that need a lot of blood to be cleaned out, work on their using red. А слабые, больные люди, им нужно обязательно использовать красный. And stabilize with blue. И стабилизировать с голубым. When you finish, use the blue, set, stay. Когда заканчиваем, используем голубой и говорим остановиться, стоять здесь, okay. оставаться. And work on the spleen. Когда мы работаем с liver, с печенью, kidney with white. Почками мы работаем белым. Spleen also help clean out the blood. Liver also clean out the blood. Потому kidney что, also clean the blood. Селезенка, печень и почки, все это очищает кровь. Okay. So nearly everybody need it. Практически все люди нуждаются в очищении. Especially when people get weak or sick or infections. Тогда, когда люди ослабевают, становятся слабы или у них есть инфекция. So what we're going to go on to is what the people need it the most. Like, the immune system, everybody need it. Что на самом деле необходимо okay. людям? Ну, прежде всего, необходима иммунная система. Like the clean out. Например, очищение. Empty out, blue, green clean out, that everybody need it. А мы очищаем, голубым okay. цветом, зеленым цветом, затем голубым. Fill all the organ with light, and fill all, and see all the cell bright and clean. Everybody очищаем need it. Все органы светом и представляем клеточки органов чистыми, светящимися. You know, in the healing Tao process of healing is you not healing one organ when they get sick. Вы знаете, что в системе целительного Тао мы не лечим один орган, когда он заболевает. You know, you need to make everybody strong. Потому что нам нужно сделать все сильным. It's not one very strong and the rest weak, it don't work.
Когда что-то сильное в организме, а другое слабое, это не работает. That is a major theory, okay? Это главная теория. Okay, any question on this? Здесь вопросы есть по этому? No, okay. We're going to work on the whole set again. Сейчас мы проработаем полностью весь набор. It seems like a lot. No. Ну, поначалу кажется, что всего. Some people you learn healing is very simple. That's it, healing. Ну, некоторые наоборот думают, что вообще лечение это очень просто. Раз рукой поводил, все лечение. And when you learn the healing Tao, this is very because you're going to be a professional way, okay? And you don't hurt yourself. The more you heal, the more you get healthier. А вот в системе целительного Дао здесь работает такая система: чем больше вы лечите, тем здоровее вы сами становитесь. I like all this healing Dao healing a lot. I practice it, and the most important part is myself. Я люблю эти практики, потому что здесь самая важная часть — я сам в этих практиках. And that is very important part. И это тоже очень важная часть. First. Первое. Empty the mind. Love, joy, happy. Любовь, радость, счастье. Connect yourself down. Соединяем себя с землей. Connect yourself up. Соединяем себя с небом. And ground the other people. И заземляем другого человека, с которым. No matter how many people you have, ground them one by one, but take very quick time. Сколько у вас людей, вы должны заземлить каждого по отдельности. Connect the star. Соединяемся со звездой. Connect to the group. Connect to the instructor. Connect to me. To the Tao Garden. And the holy place, wherever you add in. Connect. And you work and you started to creating the chi field. Protecting chi. And wending. Feel the chi. Наполняйте энергию. When it down. Опускайте энергию вниз. Feel the chi. Наполняйте down. Энергию, опускайте энергию вниз. When this one open, you have a feeling of the group. How dirty? How much you need? Как usually открыть... 3, 6, or 9. Когда у вас открыт третий глаз, вы знаете, работая с группой, вы знаете, какая группа, какой уровень группы и что нужно группе. And you feel that still dirty. Вы делаете один раз, там три раза, девять раз, но still cloudy, still black. Черное, что все еще она облачная. The empty more. Еще разок очищаете, опускаете энергию вниз. And after that, green light. После того, как вы уже все опустили, начинаете спускать зеленый цвет. Clean more. Еще больше очищаете. See all the cell bow with green. Take all more toxin out. Green go deeper to bow with all the toxin in the cell and take it out. Зеленый цвет проходит достаточно глубоко в уровень клетки, вытаскивает токсины оттуда. Now, if you feel that person are very deep, you can add up orange. Но если вы чувствуете этого человека довольно глубоко, можете добавить оранжевый. But then, after you use the blue. Blue water flushing out. Но это только после того, как вы используете водой, потому что вначале вы как бы водой омываете голубым. And violet light. Потом используете фиолетовый. Now, if you see the sun, when you look at the sun and you see the violet light, now if you can remember, you can recall, and it come to you. Если вы работаете со светом, то вы увидите цвета, которые вы появляются после того, как вы смотрели на солнце, вы их запомнили, вы можете их вызывать. Именно такие цвета, которые вы увидели на солнце. The violet will fill the whole room. И этим фиолетовым, например, можно наполнить всю комнату. And fill organ, organ by organ. И наполнять фиолетовым органы, орган за орган. You can work two, three organs together, fill them up. Можно работать с одним органом, с двумя. See them in the cell level. Give command in the cell level. Видеть органы на клеточном уровне, давать команду клеткам. Humans are composed by cells. Потому что человек состоит из клеток. Okay. Sickness go away. Мы даем команду, болезненность уходит. The cells are bright and clean. Клеточка чистая. Clear, bright and clean. Яркая, чистая.
and back to normal function. И возвращается к нормальному функционированию. Command. Даете такую команду. Command. Okay. Very important part. Just keep them command. Давайте команду. And after you finish, boom. Second first. И вы заканчиваете, затем вы начинаете с крестца. Second very big, spinal cord very big, the head big. Представляете крестец большим, представляете позвоночный столб большим. See the marrow. Постарайтесь увидеть костный мозг в костях. And fill them with chi. Bright, clean and clear. Наполните этот костный мозг энергией, и энергия должна быть чистая, яркая. And give command. Давайте команду. Produce healthy red blood cell and white blood cell. И вы даете команду производить здоровые красные кровяные тельца и белые кровяные тельца. When you combine three minds to one, когда вы соединяете, manifest on the midnight brow, manifest on here, начинаете производить энергию, энергию в третьем глазе с макушкой. You have a lot of power. У вас очень много силы появится. You command, the cell will listen. И ваши клетки начинают вас слушать. Very important. Это очень trust важно. And believe. Здесь очень важно еще и доверять и верить. Turn the visualize into actualization. И превратить визуализацию в актуализацию. Practice until when you think and it happen. Практиковать до тех пор, пока вы думаете и это происходит. You think about red color, boom, is there. Вы думаете о красном цвете, и он появляется. You are aware of the chi field, is there. Вы осознаете, знаете, что здесь, что в этой комнате появляется поле чи, и оно здесь. It's the practice. Это все практика. Okay. You do every day, boom, you have it. Вы делаете каждый день, и это происходит. Okay. You just have to trust and believe. Вы просто должны верить и доверять. Go home, get a group of people, work on it. Вернитесь домой, найдите людей, поработайте с ними. And if they go home, you practice, and you when they left, when you have time to practice, connect them. They can be any places. Но когда они уходят от вас, вы тоже знаете, как с ними соединиться. Они могут быть в любом месте. It's not matter. Это не имеет значения. You have about 20 people all live in a different place. У вас может быть 20 человек, они все могут жить в разных местах. You think of the room when they come in. Вы просто будете представлять комнату, где вы встречались. And you vaguely see their face. Don't have to be clear, vaguely see their face. И вы даже не обязательно четко представлять лицо. Слегка так. A dim star on the top. Вы представляете такую дымку над головой. Connect. Соединяйтесь. Connect. С звездой над головой. And you clean them up. You empty them out, clean them out. Feel the chi, that's it. There at home, you still can heal them. And the most important part, you also receive the chi. А что здесь очень важно, так это то, что вы тоже принимаете. Don't forget, you have a piece of. Don't forget, when you're healing, you always have a piece of it also. Не забывайте о том, что когда вы лечите, части вам достаются. Not you make a pie, everybody eat them all, and you don't have a pie to eat. А не так, вы сделали пирог, всем раздали, все пирог съели, а вы остались без пирога. That's why you are why yourself first. Поэтому вначале вы себя. Boom. And everybody wide out, chi go down. А потом только соединяйтесь с другими. Okay. Now when you finish. Когда вы завершаете это? We should go in massage together. Мы. This one. Мы делаем вот этот массаж. Повторим еще раз этот массаж. From here. Up and down nine times. 9 раз делаем сверху вниз этот массаж посерединочке. Left side 9 times. Левую часть. Right side 9 times. Раз и правую часть 9 раз. And. И потом мы соединяем, собираем энергию в пупке. Going. The lymphatic system. Going. А потом пах, где очищаем лимфатическую систему в паху. Armpit. Подмышка. And. И neck. Подчелюстные железы, там тоже лимфа есть. And и below the collarbone. Под ключицей. This is the lymphatic duct. Потому что это лимфатический путь. And this is the problem that I don't know why when the God built us,
This is one problem we have. Я не знаю, почему, когда нас Бог делал, вот так получилось. If he rebuild a if he rebuild a human again, this is my succession. He correct that. Я думаю, что если бы он опять создавал человека, я уверен, что он бы исправил вот в этом месте. In the left hand. С левой стороны, в левой руке. All the lymphatic system flow back into the heart. А вся лимфатическая система как бы in the right hand, стекает all the lymphatic also flow back to the heart directly. В сердце. Из правой руки вся лимфа, значит, вся лимфатическая система. The head also flow down. All of them flow out to here. Из сердца тоже все стекает сюда. Это вот начало сердца там, да, вот этой вены. Okay. And this is the but no. Bow leg. Две ноги. And whole organs. И все органы. Flow into one pipe. It this. А достигает лимфа в одну трубу. Это вот в эту трубу. Right behind the navel. Прямо на эта труба находится. That's why the qi nei zhang is so amazing. Поэтому так важен qi nei zhang. The qi is that pipe that you can reach is in this area. The biggest part is in this area. Самый большой, вот это вот самый большой, это вот в этой области. And the rest you cannot reach them. А в другом месте вообще до этой трубы не добраться. Because all the way under the rib cage. Потому что все это будет под грудной клеткой, за грудной клеткой, там эта труба проходит. So the duct is right under here. Поэтому можно добраться только вот через пупок. Okay, when you on a navel and you press on the side. Когда мы идем в пупок, мы нажимаем. Мы нажимаем вот and as you are pressing right on this duct in this area. И если мы нажимаем правильно вот в этой области. Now the leg, bow leg, all the lymphatic fluid flow back here. И поэтому лимфа стекает из двух ног сюда. All the intestine, all the organ flow into this duct. Со всех орган, со всех кишок она стекает вот в этой. And it move all the way up to here and down here. И It flow back up this way. И потом она поднимается вот уже оттуда поднимается вверх. So that I tell you one big hell of traffic jam. Это получается колоссальная пробка, как вот на дорогах, когда много машин. A lot of кошмарная пробка получается. A lot of problems and sickness caused by this. И на самом деле вот в результате этой пробки возникает большое количество разнообразных заболеваний. That why start from here. Поэтому мы начинаем вот с этого места. You are pressing right on here. Мы начинаем вот здесь вот нажимать. And you work all the way down. Мы начинаем вниз, 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 вниз идти. Now along this side also there are a lot of small ducts that are going to force them to flow back faster. И у нас вот с этой справа и с левой стороны там тоже будут такие точечки, которые и энергия должна здесь пробиваться, проходить быстро. Она Now там. When you massage here. Когда мы массируем, это под That's ключицей, right here. Да? That is below the collarbone. Это как раз под ключицей. That's where the pie gonna flow into the Это то место, heart. откуда значит лимфа стекает в сердце из под ключицы, да? Она They are both sides. Стекает с двух сторон, справа и с левой. Okay. And that helps tremendously. И поэтому здесь. So like when you sit, let's do this. Okay, let's do together again. Away. Давайте сделаем, пока сидим. This is very important. Это важно. Press lip. Значит, начинаем. And go all the way down. И идем ниже, спускаемся. Slowly spiral until you touch the pelvic bone. Вниз, вниз до тех пор, пока мы не коснемся лобка. And you come back up. Не дойдем до лобка. А потом мы опять начинаем подниматься от лобка, поднимаемся вверх. Да? If you feel more pain, spend a little bit time on that area. Если вы дошли до области, где вы чувствуете боль, значит, вам нужно эту область поработать. Your finger is like this. Пальцы идут вот таким образом. И так вот делают, так вот. Spiral, make a circle. Делают такие круги. Very good for you. Every morning do it.
Это полезно для вас. Делайте каждое утро. When you don't learn Tao, you're so busy, you have not much time left. Когда вы начнете заниматься Дао, у вас вообще не останется времени ни на что. Вы будете делать упражнения. You get up, you have so much to do already. So I tell you, the only one way you can do it all is you become an instructor. Он сказал сейчас одну фразу интересную. Это единственный способ стать инструктором, если вы будете все это делать. You know, I like so much because you pay me to practice with you. That's very good. That's why I don't do it. Я почему очень люблю давать уроки, потому что когда вы мне платите, у меня есть возможность сделать это. Так я очень люблю. Я очень люблю, потому что я в это время делаю. So up, down, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот таким вот образом до 9 раз. Вверх, вниз, 9 раз это делают. You know, when I teach the whole day, I do the meditation, do the healing, I get the energy, and that's it. That's Когда я учу, я медитирую и делаю массаж, целый день я этим занимаюсь. Мне очень нравится. And I finish my practice, that's all, the whole day. И таким образом я еще и деньги за это имею. Это очень удобно. And the more you teach, the more you get healthier. А чем больше вы учите, тем здоровее вы становитесь. Okay. Feel better? Чувствуете? My time. And on the side. Теперь мы начинаем делать это со стороны. Come out about 6 centimeters. 6 сантиметров от центра примерно отступаем и начинаем делать со стороны. And you don't, so you don't get a big dummy also. For those of you have big dummy, very hard to go reach. When you don't have big dummy, you go reach right into the spine. Если у вас очень большой живот, то вам нужно просто глубже туда, глубже утопиться в жире в этом надо. Глубже пальцами проходить, потому что задача достичь того, что внутри. Не по жиру мазать там. And the other right side. Теперь с правой стороны то же самое. Ну да, вверх вниз. 9 times also. 9 times. Да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Видите, он говорит раз, один вниз, два уже будет. 3 вверх, 4 вниз. Поняли, да, как? Tao like the 9 number, is a good number. Даос любит очень 9, цифру 9. Они поэтому все по 9 раз. Begin with the middle or with the upper or the lower? Always begin in the middle. Всегда начинайте с середины. Okay. You finish. И когда вы заканчиваете, spiral. Начинаете закручивать энергию. When I do it, I like to belt. I like to belt. Very good. Когда я делаю, когда он работает с животом, у него начинается отрыжка. Это очень полезно, потому что весь газ выходит. Get all the trapped gas out, so the new gas can go in, new chi can go in. Застревает, он выходит в это время. How many times? Usually, I just don't count. I feel good. I stop. 36. Он говорит, обычно я не считаю, чувствую хорошо и все. Ну, 36 раз делаю. If you work this with people, you do it together with the people, you already do it, you know? Вы будете работать с людьми, вы должны сами это делать каждый раз. Не просто команда давать, делайте так, а вот так, как он. And after you finish, you can do whatever you want, you no need to practice. А потом вы закончите работу, и все, вы считаете, что и попрактиковались уже. And after that, the people sit on the back. После этого человек садится на стул. And go back to that one. Go back to the lungs. And you work on the back. Okay? So you work on the lungs. Когда мы работаем с легкими... Okay, let's do this push and pull.
push. Давайте посмотрим, как push. Толкаем энергию. When you come back, like you're going to draw something. Когда мы тащим энергию, мы как будто что-то push тащим. Your mind, your chi, go push. Энергии умом толкаем через руки, да? So толкаем pass. Энергию. You need to hold the beginning. You need to ask the person permission. Mm-hmm. Но не забывайте, что прежде чем толкать или тащить, ну или работать, вы должны спросить разрешение у того, с кем работать. So when you practice, you push your mind and your chi and your mind and your hand are very long, reaching the universe. Когда вы начинаете работать, ваши руки становятся очень большими. That is, the extension of your mind and the extension of your chi. Very important. Every day. This is the master practice. Master. Вот это вот практика мастера. No, you need to do at least 100, actually 1,000 times a day. Такую практику, эту практику мастера нужно делать от 100 до 1000 раз в день. You have no time to sleep. Тогда уже время спать вообще не останется. Push. Толкаем. Your hand very long, your mind, your hand very long touch the universe. И руки становятся такими длинными, большими, они достигают вселенной. When you pull like this, а когда тащишь, pull back and ting your tan tian, ting your tan tian, ting ting your palm, pull, ting your tan tian, a lot of chi coming. Тащите энергию, если вы and a lot of chi here. But if you think your hand, if you think your palm, Dan Tian no chi, eventually your hand don't have enough chi also. Very important, remember that. Push, my, all the way reach to the universe. Very big, very long. Pull. Тащим. Толкаем энергию. Smile. Тянем энергию, тянем на себя. Толкаем. If you have no time, at least 100 times a day. Ну, если нет времени, тогда на поменьше. At least 2-3 months until you really feel the chi, okay? Есть, тогда через 3-4 месяца вы почувствуете энергию. Pull. All of the universe touch. Улыбаемся, касаемся руками энергии. Push, smile to your Warm, a lot of universal chi come to your Tantian. Push. Очень много энергии, энергии Вселенной идет в нижний Тантиан. Push. Толкаем энергию. Push. 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 Especially morning sun, very powerful. Особенно хорошо, если это упражнение делается утром на восходе. My smiling touch this universe. Pushing down to your Dantian, smile to your Dantian. Улыбаемся нижним Дантиан. Push, smile to the universe. Чувствуем энергию в нижнем Дантиане. Когда мы толкаем энергию, улыбаемся Вселенной. Okay, so when you work on the lung, you just push
your mind, your chi, your hand penetrate the lung, go right. Anything, any sickness, anything, just push them out to the universe, disperse there. Когда вы работаете с легкими, вы видите какое-то темное место, вы просто-напросто толкаете эту темную энергию из легких и позволяете вытолкнуть через, да, и отдаете это вселенной, позволяете этой там раствориться. And when you pull, а когда вы тянете, then why you need space? Поэтому и необходимо это место. When you pull, когда вы тянете, you stop the energy right in between here. Don't come to you. Вы здесь останавливаете энергию как раз посередине. You pull, вы тянете, pass through the body, через тело, you push, и таскаете, толкаете энергию. You pull, тянете, you push, и толкаете энергию. Okay, so the lung will become brighter and brighter and open. И тогда легкое становится светлым. More transparency, the chi can go through. Более ярким, и просто возможность пройти чистой энергии становится гораздо больше. The chi can go right through, see? And so you use the green. Вы используете зеленый. Blue. Голубой. Down. И вниз. If both lung, you just use both hand. Если два легких, вы используете две руки. Keep your dantian. Spiral, keep your head connect. Как ваш дантянь вращается, как if ваш... you if you don't do that, the more you heal, the more you get sick. The more you get sick when. If you don't connect and the dantian move, the more you heal, the more you get sick. Чем меньше будет вращаться энергия в нижнем дантяне, чем меньше вы будете соединены со Вселенной, тем больше у вас возможности перенять на себя заболеть. In America now, a lot of healers are so sick. В Америке очень много целителей становятся сильно больными. When I in California, когда я был в Калифорнии, you walk on Lauder Street, and you ask the people, what you doing? They say, I'm the healer. А иногда спрашиваешь, чем вы занимаетесь, они говорят, я целитель. But they look very sick. На улице. Чем занимаюсь? Я целитель. А выглядит очень больным. And you walk around and ask more people, everybody are healer. Спрашиваешь людей, оказывается, что все, каждый целитель. But you don't know where is the patient, you know? Тогда уже не понимаешь, а где же пациент у них. There's so much healer in it. And later on, these people come to learn from, they're totally no energy. That's totally no energy. А потом они, когда они начинают работать, понимают, что у них с энергией, они обнаружат, что у них практически нет энергии. They don't spend time to learn the rooting, the real internal. Они не находят достаточно времени, чтобы заземлить себя. They really don't even know where is their organ, where their heart, where the spleen, they don't know it at all. Где находится орган, где находится сердце, в каком положении, где легкие. And they just don't in touch with themselves, know how to connect. So the more you heal, the more you get sick. Если они не могут соединиться со своими внутренними органами, не чувствуют их, не работают с ними, то это как раз возможно для того, чтобы... That's why I keep on telling you that remember your dantian. Поэтому я вам тысячу раз повторяю одно и то же. Помните о своем нижнем дантяне. Okay? Remember your dantian. Помните ваш дантян. Смотрите на видео. Неотретушированная жизнь современных йогов, объединенных идеей познать самих себя. Вы познакомитесь с тайными техниками, передававшимися веками от учителя к ученику из уст в уста, оздоравливающими организм, тело, ума, регулярное выполнение которых приведет вас к совершенству духа. Вместе с мистиком Андреем Лапиным вы побываете на Амазонке, в Африке, в Индии. Серия видеокассет и DVD студии Джоти «Внутренний мир». Рубрика «Беседы ни о чем» с Андреем Лапиным. Не замерзай, акуна матата. Этот фильм посвящен развитию сознания, техникам, с помощью которых можно подготовить тело для пропускания тонких энергий,
развить энергетические центры чакры. Вы узнаете, как навсегда расстаться с эго, что такое медитация, самонаблюдение, самадхи. Андрей Лапин. Реализация за одну жизнь. Одно только небо. Это путешествие с Андреем Лапиным в мистическую природу человека и мир безусловной любви. Вы побываете в древнейшем месте силы, в Гималаях, на севере Индии, в Кедарнате. Вместе с нами вы войдете в тайну тайн, каменную хижину высоко в горах, где медитировал великий Шива. Вы увидите старцев с удивительными глазами, не покидающих этот храм. Вы изнутри ощутите энергию того места, где провела 300 лет Парвати, ожидая своего любимого Шиву, медитирующего в горах. Вы побываете в древней Агре, в величественном храме Тадж-Махал, и узнаете историю любви, в честь которой он был построен. Экспедиция в Древнюю Индию со знатоком этой страны, мистиком Андреем Лапиным. Одно только небо. Эволюция сознания Вселенной. Что такое предельное развитие человека? Возможно ли стать совершенным существом в этой жизни? Какие методы и техники существуют для того, чтобы открыться движению энергии Вселенной, в которой не существует смерти? Все это и многое другое в «Эволюции сознания Вселенной» с Андреем Лапиным. Что такое трещина между мирами и как пройти через нее? Как войти в осознанный сон и путешествовать в сновидение? Перепросмотр, йога-нидра, переход в иную реальность. Сон Нагваля вместе с Андреем Лапиным. Как стать спонтанным и навсегда покончить с автоматическими реакциями? Можно ли в поисках неведомого полностью довериться силе? Как освободиться от энергетических червячков, оставленных в нас людьми, в которых мы были влюблены? Как воспитывать детей, не растрачивая свою личную силу и не отнимая ее у них? Возможно ли вытащить копье своего внимания из человека, которого мы любим? Дыхание Вселенной или отрыжка авокадо вместе с Андреем Лапиным. Студия Джоти предлагает вашему вниманию серию видеокассет 18 наименований с практиками даосского мастера Мантека Чиа. Это полная система даосских дисциплин для совершенствования тела, ума и духа. Уникальность серии в том, что вы выполняете техники вместе с мастером, исключая их неправильное выполнение. 4 позиции серии посвящены боевым искусствам.